сколько у нас рыбы. Вот это без башки. Вот эти с башкой и это с башкой. А там еще есть икра, но это похоже на какие-то органы человека, поэтому я не буду их показывать. Всем доброе утро. Я еще не накрашена. Вышла, попила кофе, и у нас сейчас будет урок в зуме. Жду, когда меня подключат. У нас сейчас будет алгебра. Вообще, я обычно на каждом уроке сейчас сижу. Кроме, я пропустила одну биологию в среду в ту, вот, которая была, потому что я не знала, нам не сказали. А сейчас сказали точное расписание, когда какой урок будет. И еще из планов сегодня у меня русский язык в школе в час. И у меня есть вам небольшой сюрприз. Я надеюсь, что вам будет полезна эта информация. Смотрите видео до конца, я вам все расскажу. Сегодня такой максимально продуктивный день. Я, кстати, с вами не поздоровалась. Всем привет, ребят. Меня зовут Настя. Кто впервые на моем канале, то обязательно подписывайся. Оценивай это видео, пиши комментарии, чтобы попасть в мое новое видео. Посмотрю, получается, алгебру. Потом после алгебры у меня будет общество. Я хочу посмотреть там курс на ютубе. Потом я буду делать еще один урок по математике. И вот про него как раз таки я вам расскажу. Смотрите, у меня пополняются вот эти листочки уже надписями разными. Вот, тут уже куча всего, и это все мне нужно учить. Потихонечку все это учу. А время идет, а мне нужно успеть накраситься и кое-что вам рассказать. Сейчас мы с вами идем умываться, краситься, и я вам буду рассказывать кое-что очень интересное про математику, опять же. Ох уж эти уроки. И уже пора собираться, собственно, мне, потому что через в 12:40 мне нужно идти, сейчас 11, но я еще не покушала, не сделала кое-что, что я должна вам, кстати, рассказать. У меня окончательно сегодня закончился консилер, и я вспомнила, что у меня лежит в шкафчике мой тональный крем, старый, мамин еще даже, она мне просто дала, потому что она им не пользовалась. Но я помню, что он мне не нравился из-за того, что на моем лице он, во-первых, темный, а во-вторых, у него какие-то блестящие частички, и это мне немножечко смущало, и поэтому я купила консилер, который у меня закончился. И вот сегодня я хотела его попробовать, надеюсь, что он мне подойдет, и я не буду покупать новый. Он совершенно целый, но я помню, я перестала им пользоваться, мне не понравился, блин. Короче, давайте краситься. Чем быстрее я накрашусь, тем быстрее я буду делать все оставшиеся дела. Приступаем мазюкаться. У меня закончился крем персиковый. Все знаете, как я его обожаю, но он у меня закончился почти. Совсем чуть-чуть осталось. Поэтому надо сегодня не забыть купить его. Обязательно купить гигиеническую помаду, потому что начался мороз. Уже у нас вчера было минус 4. И у меня очень сильно из-за этого шелушатся губы, кожа, из того, что холодно. Ребят, сегодня я хочу вам порекомендовать образовательный YouTube-канал Школково. Вы меня часто спрашиваете, как же я все успеваю. Особенно в выпускных классах, то есть 9, 10, 11, очень мало времени. Нужно успеть отсидеть все уроки. Возвращаюсь домой я где-то в 3 часа, потом иду к репетиторам, вы сами знаете, как это неудобно. А еще нужно оставить время для каких-то хобби, в моем случае на YouTube. Нужно успеть смонтировать видео,
снять, конечно же, его. И на это все нужно время. Я сама знаю, как легко выгореть, перестать получать желание работать, учиться. И это все из-за того, что остается мало времени на подготовку к ЕГЭ. Сама вижу, как Илье тяжело в 11 классе совмещать прогулку со мной, тренировки, потом учебу. И он пытается все это совместить, и я наблюдаю за тем, как он очень расстраивается, когда не может совместить меня и учебу, тренировки, и у него просто целый день загружен. В четверти, в первом семестре, он вообще не понимал, как все это нужно склеить, чтобы все получалось. У него вообще ничего не получалось. У меня наоборот. В первой четверти все было легко, а потом, как началась дистанционка, я вот сейчас вообще не понимаю, как все совместить. У меня сейчас очень много ДЗ, всего очень много. И еще мне нужно как-то заниматься своим блогом. Сейчас я подготавливаюсь онлайн, то есть по курсам. Сначала у меня было сомнение по этому поводу, потому что все время до вот этого до дистанционного обучения я всегда сидела за партой перед учителем. Учитель писал на доске, я выходила к доске, тоже что-то писала и всегда могла задать вопросы. Но в связи с карантином все очень поменялось, теперь все проходит дистанционно. Онлайн-образование стало для всех приемлемым и обыденным. Но главное сейчас найти качественные ресурсы, где будет собрана вся информация. Круто будет, если они еще будут бесплатными. Мне повезло, я случайно наткнулась на YouTube-канале онлайн-школы Школково. Там собрано огромное количество материала по всем предметам, по заданиям и темам, которые вам нужны. А еще каждый день проходят живые вебинары. Оказалось, что это даже намного круче, чем обычные курсы, где все сидят в классе. Николай Артоцентрович, да, я проверял третью задачу конкретно. Так, все, давайте разбираться с условием, надеюсь, что... На вебинаре или видео вы видите также доску или презентацию, можете ее даже скачать себе. А на вебинарах есть чат, где учитель Школково видит все ответы учеников и отвечает сам на их вопросы. А на те, что не успел ответить учитель, обязательно ответит модератор, они там очень классные и отзывчивые. Вот в классе точно не удастся каждому получить ответ на свой вопрос, а в чате вебе у Школково можно и не стыдно задавать даже самые глупые вопросы. Также в Школково ты сможешь спокойно пересмотреть сложные моменты вебинара, чтобы лучше разобраться в теме. Ну а если снова не поймешь, просто напишешь учителю в личку, и он тебе обязательно поможет. У Школково проходят бесплатные вебинары по самым актуальным темам 2 раза в месяц, и все записи они сохраняют на своем канале, так что подписывайтесь на их канал. Моя подруга занимается там с начала сентября, и сейчас она пишет пробники уже на 80+ баллов, не теряя возможность бесплатно подготовиться к ЕГЭ на 80+ прямо из дома. Я ненавижу такие суетливые дни, когда очень много задач, наверное, вам сейчас дует ветер, и очень мало времени. Мне нужно было сделать до часа все. Еще у меня капец как сильно болит живот, потому что девочки поймут. И я ничего не успеваю, я просто не знаю, как все успеть. Настя уже меня ждет возле лестницы, время без 9 минут до начала урока. Я не знаю, как мне разорваться. Фух, но зато я почти все сделала. Сегодня явно день не мой. Я встретила Анастасию, она ходит без шапки в -5. -7. Вот, очень холодно. Мы идем в школу, уже опаздываем, мне кажется. У меня уши просто отваливаются. Мы идем в Магнит Косметик. Всем, покажи всех нас. Никто же не против, да, что я вас снимаю? Ой. Вот. Настя, как тебе урок? Вообще вот так, я ничего вообще не вдупляю, но что там вдуплируется? Не, я сегодня все поняла вот прям. Мы идем в Магнит Косметик, мне нужно купить всякие штучки, дрючки. И нет, самое главное. На улице ощущается как -15, вообще капец. Мы пришли, очень холодно. Надо взять корзиночку. Кого? В Бифри. Потому что я вообще даже не знаю. Я в Бифри за 4000. Я вообще не помню, как хорошо, Маш. Так, что будем взять?
достаточно. Решила тут разойтись, знаете. Нет, я хотела... Мне нужен крем, мой любимый. Где мой любимый крем? Моего нету. У меня денег. Кстати, ребят, насчет кремов, вот. Здесь продается морковный крем, про который я вам рассказывала. А который вкусный, ты еще рассказывала. Морковный хороший и персиковый. Настя, цени, сколько у меня денег. Нифига себе, у меня 9 тысяч. А ну-ка. Тебя грабят мои подписчики. И то у меня был бы на гораздо больше. Потому что этот желтит лицо. Не знаю, мне ничего не желтило. Потому что оно у тебя и так желтое. Ну вот. Вот такой вот. Но здесь есть еще с алоэ, вон, женьшеневый какой-то. И вот цены. Доходный. Я не знаю, какой взять. Ого, какой крем. Вообще, название хочу, такое. Вообще гранатовый хороший. Мы зашли за вкусняшками. Я думаю, что мне взять. Хочу вот такой вот. Либо вот такой донтас, или как это? Донатс. Мы едим попкорн. Да, солё... Вот это сладкий, у нас еще есть соленый. Сырный. Вкусный. Сырный. Я, кстати говоря, не люблю сладкий, но этот мне кажется соленым. Хотя он сладкий. Странная девочка. Еще мы купили, точнее, я купила себе вот такой круассан. А, ой. Настя, еще пороняла. Попкорн, например, эту штучку, дружку. Он с шоколадом. Можем, кстати, вынуть. Кушай, красиво ты кушала. Скажи что-нибудь полезное, Настя. Это крабовые палочки. Мы нашли их в холодильнике, позвонили маме, они нам разрешили, она нам разрешила их съесть. Поэтому мы едим. Покажи микроволновку, там сырный попкорн. Бабахает. Да. Интеллектуально. Давай. Мы с девочками пожарили попкорн. Смотрите, убираем. Вон тут уголечек. Вкуснота какая. Угощайтесь, девочки. Больше, чем мы играем в Уно. Это все мне? Ты пропускаешь ход. Ладно. Ходи. Нечем. Бери. Бери. От меня... Ой, от меня. От нас ушла Аня. Мы остались с Настей вдвоем. Смотрели сейчас «Измены» серию. Или что, это серия, нет? Да. Серию «Измен». Такая она вся, конечно, интересненькая была. Вот, сейчас Настя мне расскажет кое-какую историю. Вот, мы доели с Аней, кстати, крабовые палочки. Да, мои крабовые палочки. А... Давай я тебя буду снимать. Только чтобы нормально. Нормально видно? Там запись идет? Да. Сейчас. Вот так, сейчас красивый. Если ты еще не подписан на мой инстаграм, то вот здесь или вот здесь будет написано, как у меня называется инстаграм. И еще ссылочка есть в описании, на которую вы просто нажмете и перейдете по ней. Подписывайся, там я стараюсь выставлять как можно больше фотографий и историй. Кстати, сегодня там вышла история с попкорном, который мы пожарили. Короче, я рассказываю. Но я хотела уже уходить, но Настя вспомнила, что она может пойти к бабушке. Нет, в 6 я дойду сама до тебя. Вот. И теперь она думает, идти ли да, к ней или нет. Вдвоем, потому что она живет возле моего дома, бабушка ее. И вот мы думаем, что делать. Да. Давай. Пока. Все, я договорилась. Что, ты пойдешь? Да. Вот нахрен мне такие проблемы. Что, мне раздеваться? Да. Я помогу. Все, кто хочет попасть, пишите сердечки красненькие, вы попадете. Что за шантаж? Шантаж, быстро писать. Спасибо. Все так мечтают попасть, я смотрю. О, сколько у вас сердечек? Сколько вы вместе с Ильей? Мне кажется, один и тот же человек задает один и тот же вопрос каждый этот. Мы с Ильей 2 года и 4 месяца. Ой, сердечки, сердечки, вы попали в новый влог. Тут не видно ники, сделай, чтобы было. У меня такой фотоаппарат модный, молодежный. Может, на телефон снять, чтобы видно было, и ты вставишь просто потом? Да видно там, все поймут, кто по Ави. Все, вы все попадете в новое видео. Приветики всем. Я вот думаю. Что ты думаешь? Напиши, вот прям сейчас.
Короче, мы провели трансляцию. Насте очень понравилось. К ней подкатывать начинали. Даже сейчас уже одеваемся, собираемся и выходим, потому что у нее бабушка уже дома, и сейчас пойдем. Сейчас она на нас наорет, дружно. Почему? Что я поздно? Поздно шляпу делаю. А она сама виновата. Ну а что? Я считаю, что твоя бабушка сама виновата. Дарю тебе флаг в руки. Да. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Давай я буду снимать. А, ну да, кстати. А там уже снимают. А я в курсе, давай. Тримина. Как интересно. Смотрите. Nice. Мой новый раб. Я рассказала маме Насте, что она ходит без шапки. А я считаю, что я сделала правильно. А я считаю, что она... Я забочусь о ее здоровье, чтобы она не болела, потому что... Вот, Настя, вот смотри, мы идем в подъезде вдвоем. Тебе не страшно? Нет, мне не страшно. А мне кажется, это... Потому что я забочусь о твоем здоровье. А я не хочу, чтобы ты заботилась о моем здоровье. Настя, не беси меня, у меня рука сейчас горячая. Включай камеру, любимая. Нет, все, блог бесконечный, подзарядка бесконечная. Смотрите, как красиво. Блин, вам не видно. Ну и ладно. Ой, Настя, это самолет или что? Это звезда. Я надеюсь, вы меня видите. Он идет, снимает. Сегодня день выдался интересненьким. Теперь мы идем по темноте. Я смотрю, одни. Ты все-таки боишься. Пойдем по это срежем. Чуть-чуть пойдем. Настя, тишкин кот. Там какая-то кость, я споткнулся в какую-то кость. Ты потихонечку разрушаешься. А это самолет или что это? Да не самолет, я говорю, звезда. А самолет на месте стоит? Может, это какая-нибудь вышка? Типа... Нет, это звезда. Ну она. Может, моргает. Из космоса нам привет передают. Все, ребятки, я прошла домой. На улице капец как холодно. О, мы с Настей разошлись. Она пошла к бабушке, я домой. О, холодно капец. Мне сейчас телефон сядет. У кого айфоны есть, тот понимает то, что когда на улице холодно, то... Телефон решает выключиться, когда не надо. Кошмарно. Еще я так привыкла в Инстаграме проводить эфиры и смотреть на себя с маской. Там маска такая, ты сразу такой красивый. Вот. А когда я начинаю монтировать обычные вложики, вот такие вот, или какие-то разговорные видосы, сразу так бац, и нету маски. Странненько. Надо поставить телефон на зарядку. Я не помню, показывала ли я вам покупочки свои. Сейчас покажу. Купила новый крем, короче. А не персиковый. Поэтому для меня это в новинку. Вы знаете, наверное, кто со мной давно, что я пользуюсь именно персиковым и морковным кремами. От фирмы белорусская... Косметика или нет? А, нет, от Невской косметики, извиняюсь. Вот, и в этот раз я купила вот такой вот. Попробую и скажу вам, как он мне понравился или нет. Потому что мой персиковый закончился. Потом разные женские штучки. Еще кое-какие. Вот, вот такая вот гигиеническая помада с клубникой. Я очень часто ее покупаю. Вот, и все. Сижу сейчас за уроками. Кошмар. Я когда у нас не было дистанционки, вообще не делала уроки. Чтобы вы понимали, вообще ничего не делали. Не делала. Вообще ничего не учила, не читала. А сейчас мне приходится что-то делать, потому что если я не скидываю ДЗ, мне приходится делать все, то мне ставят двойку. Вот. Пока что у меня нет ни одной двойки, помимо истории. Смотрите, я вам покажу. В Google классе, короче... По истории у меня 2 из 5 на вот эти вот вопросы. Хотя я не понимаю, что я сделала не так. Я ей скинула, короче, ДЗ. Она сказала, что неправильно. Я сейчас сверяю со всеми ответы, и у меня все написано так же, только другими словами. Я не знаю, что не так. Перепишу еще раз.
и отправлю. Надеюсь, будет правильно. Она сказала, если я ей отправлю правильные ответы, то она мне исправит. Сейчас только что покушала. У меня папа сегодня пожарил ту рыбу, которую я вам сегодня снимала. Сегодня следующий день, и я вчера забыла попрощаться с вами. Но последние влоги почти все у меня без прощания. И во всех влогах я просто забываю попрощаться. И у меня тупо просто заставка, вот это вот подписаться и колокольчик поставить. И розовый такой фон, на котором видео, которое вы можете посмотреть, кликнуть, чтобы вам было удобно. Вот. И я постоянно забываю с вами попрощаться. И сегодня я сейчас собралась садиться за монтаж. И я вспомнила, что я тоже забыла с вами попрощаться. Поэтому сегодня я с вами попрощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Кстати, если кто еще не видел предыдущее видео, я там снимала про мой гардероб, про образы. Я сделала 3 образа. Короче, кто не видел, то обязательно заходите. Там очень мало просмотров. Но столько людей просило меня снять это видео, что я не понимаю, почему столько мало просмотров. Меня человек, наверное, 100 просило, чтобы я сняла это видео. Поэтому, если ты не видела это видео, обязательно переходи. Я надеюсь, оставлю здесь подсказочку, потому что постоянно забываю это сделать. Оно получилось классное, вот. И мы сегодня с Ильёй его смотрели. Я просто его смотрю и понимаю, что вот первый кадр, вот эти вот буковки мне так не понравились. И я просто захотела удалить видео с канала, прийти домой и переделать. Ну, думаю, это было бы неправильное решение. И хорошо, что я так не сделала, потому что там уже были просмотры. Вот. Ну, в общем, я так не сделала, и слава богу. Я рада, что я не приняла свое решение так быстро. Мне кажется, это видео получилось очень длинным, но я знаю, что вы любите такие длинные видео, влоги особенно. Поэтому всем большое спасибо, кто досмотрел до этого момента. Если досмотрел до этого момента, то пришли розочку, цветочек-розочку. И я пойму, что ты досмотрел до этого момента. Обязательно в комментариях пришли. Мне интересно, сколько человек дошел до этого момента. Вот. Если ты еще не подписан, то обязательно спускайся, подписывайся. Я буду тебя радовать новыми видео. Оценивай это видео, мне будет очень приятно. Также ставь колокольчик, чтобы смотреть мои видосы первыми, писать мне комментарии первыми, и обязательно пиши комментарий. Также не забывай, у меня есть Инстаграм, в котором я сейчас провожу, как их называют, прямые эфиры, потому что на Ютубе, как я говорила, мне запретили пока что это делать, и эти администраторы Ютуба. Поэтому обязательно заходите в Инстаграм, там я провожу довольно-таки часто прямые эфиры, заходите, и там на прямых эфирах я отвечаю на каждый вопрос, но это все и так понятно. Вот где-то здесь будет название. Вот. Я вас всех очень сильно люблю. Так обожаю снимать влоги все-таки больше, чем разговорные видосы. Так приятно. Не знаю почему. Тем большое спасибо за просмотр, и всем пока-пока.